На сегодняшний день, к сожалению, в стране наблюдается рост заболевания детским аутизмом. Государство, в свою очередь, старается оказать всяческую поддержку подобным семьям. Так, в сентябре 2020 года в Таразе был открыт центр дневного пребывания «Я особенный» для детей с расстройствами аутистического спектра. На сегодняшний день учреждение посещают на бесплатной основе 30 особенных детей. Количество детей, страдающих аутизмом, в регионе растет. Это подтверждает и статистика. Если же в 2015 году было 13 деток, то на 1 сентября текущего года было зарегистрировано 350 детей. Соответственно, появляется необходимость функционирования центров по обслуживанию этих особенных детей. Это поняла и Рашида Каримова, мама ребенка с расстройством аутистического спектра. После того, как она обучилась комплексному сопровождению детей с аутизмом, Рашиде в 2018 году советник Акима Жамбылской области по вопросам людей с ограниченными возможностями Руслан Тулегенов предложил открыть общественный фонд. Вот так все и началось, вспоминает руководитель Центра социальной адаптации и реабилитации «Я особенный». Так как большинство наших родителей, они ожидали, что у них родится такой особенький ребеночек, и у них у всех есть профессии, они хотели бы видеть цель, достигать своих целей, но так в жизни получилось, что у них особенный ребенок. И большинство наших мам вынуждены были сидеть дома, чтобы помогать, ухаживать, социализировать, коммуницировать своего малыша. И мы приняли решение, что мы открываем центр дневного пребывания, чтобы облегчить состояние, реализация родителям своей профессии, приносить обществу пользу, и чтобы родители немножко снять эмоционально вот эту перезагрузку, которая все-таки 24 на 7 с таким ребенком находиться очень-очень сложно. Мы вот этот дом сняли и его постарались сделать, чтобы здесь была более домашняя обстановка, чтобы ребенок не чувствовал, что он в какой-то организации, что у него замкнутое пространство, что ему здесь это нельзя, то нельзя, чтобы он мог свои эмоции выплескивать. Он мог себя легко, свободно и тепло чувствовать в этом доме. Родители, дети которых ходят в данное учреждение, положительно отзываются о его деятельности, в их числе и отец 13-летнего Ивана. По словам родителей, они посещают центр с момента основания. Центр очень хорошие воспитатели, руководители, очень много здесь дают нашим детям, наши дети более становится социализированным. Очень сложно нашим детям быть в обществе. Они же помогают нашим детям в обществе быть такими же, как и все остальные. Центр дневного посещения оснащен всем необходимым для оказания психолого-педагогической помощи семьям с детьми с расстройством аутистического спектра и принимает детей в возрасте от 3 до 18 лет. Дана Самат, Ислам Кудиарбек, Ербулат Шахаш, 77 News.